В живописном уголке Самарской области, селе Новый Буян, расположилась единственная в регионе шишкосушильная установка. Шишки сюда привозят из разных лесничеств Самарского края и соседних областей. И здесь их отправляют в печь. Когда температура поднимается выше 30 градусов, шишка раскрывается, и из нее высыпаются семена. Мы работаем, по идее, на будущее поколение. Как бы там ни было, многие лесоводы, которые не видят конечный результат своего труда. Потому что выращивать сосну, мы будем говорить, ее возраст спелости – это 100 лет. В этом году заготовили около 24 тонн шишек. Из них выйдет около 240 килограммов семян. Сначала их высадят в питомники, а через 2 года уже пересадят в леса. Сейчас лесники восстанавливают территории, которые выгорели жарким летом 2010 года. Лесовосстановление – одно из приоритетных направлений регионального проекта сохранения лесов» нацпроекта «Экология». В Самарском регионе он реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Мария Левина, Константин Головин. События.